Госкомпания «Augsburgo Tigers» получила от клиентов за вливание в свою сеть емкостью 1,4 гигаватт деньги за 6 гигаватт электроэнергии, произведенной ветряными генераторами и солнечными панелями. Как заявляют в компании, дальше так продолжаться не может. «Augsburgo Tigers» временно прекращает выдачу технических требований на подключение новых электростанций в случаях, когда требуется реконструкция сети 330 кВт. Общая мощность электростанции возобновляемой энергии может превысить максимальную нагрузку энергосистемы Латвии в 4-5 раз.